4 гады з 8 па 11 класы яны вучыліся па школьнай праграме, але яшчэ вывучалі і ваенную справу, плюс узмоцненая фізічная падрыхтоўка. Усе 32 выпускнікі паспяхова скончылі вучылішча. Ім уручылі атэстаты аб агульнай сярэдняй адукацыі і нагрудныя знакі кадэцкага вучылішча з надпісам «Абавязак, радзіма, гонар». Цяпер яны будучы строй ваеннай эліты краіны. Дальше мы собираемся поступать в институт МВД на факультет милиции, кафедра оперативно-розыскная деятельность. Так, почему? Мы как бы перспективнее думали поступать либо в Минск, либо в Могилев. И все-таки решили Могилев, потому что мы сами могилевские, и нам будет как бы легче. Я поступаю в военную академию на общего войсковой факультет. Профессия моя будет идеологическая работа в подразделениях вооруженных сил. 4 года в Гатинском училище – это большой опыт для меня как раз был. И для всех юных мальчиков, которые поступают в Гатинское училище, они понимают, лежит к этому душа или нет. Вот. Ну и кадетское училище делает настоящих мужчин из мальчиков. Конечно же, хотелось бы прежде всего пожелать, чтобы каждый добился того, что он только мечтает, о чем мечтает в жизни. Чтобы закончил то учебное заведение и впоследствии, ну, пускай служил родине, либо где-то работал на благо нашей родины, Республики Беларусь. Хотелось бы, чтобы путь у них в жизни был менее тернист, в общем-то, и меньше было преград у них в жизни, и добились того, чего хотят.